Имя молодого воркаутера Никиты Бардина известно теперь не только жителям Верхневолжья, но и других регионов России. Школьник из Твери попал в Книгу рекордов России. Какие достижения тверского спортсмена удивили экспертов, а также о дальнейших планах Никиты, узнали наши корреспонденты. Вот так лихо 17-летний Никита выполнил за 60 секунд 14 повторений выхода силы на гимнастических кольцах. Такие спортивные достижения молодого человека не остались незамеченными. Теперь Никита в Книге рекордов России. Я готовился порядка 7 месяцев к этому, ежедневно тренировался. После того, как я уже почувствовал, что я готов, я написал заявление в Книгу рекордов России. И, соответственно, мне пришел ответ, что я должен снять 2 видеозаписи, ну и там другие требования для подтверждения моего рекорда. После того, как мы все сняли, я уже отправил эти видеозаписи и пришел уже ответ, что я, собственно, в Книге рекордов России. В планах спортсмена попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого нужно сделать 16 подходов выхода силы. Как спортсмен знает, упорство воркаутеру не занимать. В предстоящие выходные Никита будет тестировать, как он говорит, себя. Желаем юноше удачи!